Привет, друзья! Happy Halloween! Сегодня мы сделаем упражнение с тыковкой. Перед тем, как сделать в ней плов, решила потренироваться. Давайте со мной, если у вас есть тыква, а у вас они 100% есть, так что берите их с собой. У меня тыква 7 килограмм, достаточно тяжелая, поэтому будем делать силовую тренировку. И начнем мы с обычных приседаний. Тыкву сюда, ножки на ширине плеч, носочки в сторону. И поехали. Таз отводим, приседаем. 10 раз, поехали. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас будем делать упражнение, которое тоже очень похоже на приседание. Оно тоже задействует ягодичную мышцу, но это будет румынская тяга. Смотрите, держим тыковку. Коленки немножко мягкие, спина ровная. И здесь уже идет наклончик. Наклоняемся, выравниваемся за счет ягодиц. 15 раз, поехали. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Сейчас делаем на плечи. Подтянули, опустили. Подтянули, опустили. Подтянули. Лопатками. Лопатки сейчас стягиваем. Не руками, а именно лопатками. Свободные лопатки. И комбинируем это упражнение. Наклон. Подтянули. Выравнялись. Еще. Будем делать так 10 раз. Еще 6. И последние подходы, самые эффективные, самые важные. Хорошо, сейчас мы сделаем такое упражнение под названием ягодичный мостик. Очень крутое упражнение, нам нужна какая-то возвышенность. У меня будет кровать, облокачиваемся лопатками. Вот здесь кладем сюда уже тыкву, приседаем и выталкиваем бедра вверх. Раз. Будем делать 15 раз. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Супер! Супер молодцы! Сейчас, опять же, будем использовать нашу тыкву. Обнимаем ее вот так вот, чтобы она вот, не грустно ей было, тепло, хорошо. Делаем выпад. И приседаем. Немножко корпус наклоняем вперед. Поехали. Выдыхаем. А тыква долго лежат? Может быть, все-таки ее не есть, будет как тренажерный снаряд. Классная штука, тяжеленькая. Хорошо, сейчас будем менять ножку. Раз, два, поехали. И делаем перекатывание с одной ножки на другую. На ровных ручках держим, чтобы ее легко было держать. Здесь у нас будет именно нагрузка на ягодицы. Поехали, приседаем. И в приседе переезжаем на другую ногу. Корпус у нас немножко наклонен вперед, чтобы
чтобы больше растянуть ягодичную, чтобы она сильнее работала. Делаем. Можно так размеренно дышать. Вырастаем. И сразу забрасываем тыковку на спину. Будем выполнять good morning. Согнутые немножко в коленках ноги. И поехали. Наклоняемся до параллели и выравниваемся. Работает только ягодичная. Сейчас немножко потянемся. Тыква нам тоже понадобится. Мы сейчас берем коврик, стелим его. Тыкву рядом кладем. Что-то рядом. Будет сейчас нам помогать тянуться на поперечный шпагат. Сначала растягиваемся без тыквы. Мы уже разогрели мышцы, они у нас теплые, сейчас только тянем их. И чтобы растяжка быстрее шла, попросите кого-нибудь, чтобы вам помогли положить тыкву на спину. Будем пробовать. О, как сильнее начала тянуть. 7 килограммов. Ребята, посидим так минуту, если получится. Мне кажется, я уже за минуту сяду на шпагат здесь. Немножко так вот вперед-назад пошевелить, чтобы разработать тазобедренный сустав, чтобы тянулось больше мышц. Хорошенечко так давление, 7 килограмм. Потом плов сделаем, где-то 300 грамм плова, мясо туда. В общем, я уже в предвкушении. Там, кстати, ссылка на плов будет в конце этого видео. Сразу его съедим. Так, меняем положение. Одну ногу оставляем согнутой, а другую выравниваем. Поехали. В растяжке главное дышать. Главное не забывать, что дыхать. Потому что когда нам больно, мы зажимаемся вот так вот. И мышцы еще сильнее сковываются и больнее получается. Так что когда дышим, можно так больше терпеть. Ой, как разъезжаются ноги. Разъезжаются. Ребята, в идеале одну минутку. Если можете дольше, супер, конечно. Так, переезжаем аккуратно на другую ногу. По растяжке главное все делать плавненько. Опа. Так. О, левая ножка. Вообще хорошо. Приятненько.
аккуратно. Я надеюсь, вам понравилась сегодняшняя тренировка. Мне понравилась, потому что чувствуется, что проработались все мышцы. Растянулись еще на шпагат. Сейчас даже хочется попробовать сесть на поперечный шпагат. Я реально не растягивалась очень давно. Всегда хотела заняться растяжкой, но постоянно откладывала, думаю, завтра. Ну, как это обычно бывает. Вот. А поперечный шпагат, ну, клевая штука. В принципе, как и любой шпагат, и клевая штука. Сколько мы там порастягивались, думаю, если мы ведем растяжку на регулярной основе, то у всех у нас будут крутые шпагатики. Так. Еще тыква надо догнаться, сзади, и все. И все будет чики-пики. Пишите в комментариях, если хотите растяжку на регулярной основе, раз в недельку тянуться. А мы увидимся с вами уже в ближайшем видео завтра. Пока!